Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Valhalla. А возможно и в ближайшее время заканчиваем, потому что осталось-то не так много культистов, членов Ордена. Осталось раз, два, три, четыре, пять. То есть осталось три пешки, ну такой, какой-то грабли, непонятно откуда он, где вообще? А, хрен его знает где он. И остался отец. Самый главный засранец, мы узнаем, кто это. Всех ревнителей мы победили, естественно, уже, как вы знаете, поэтому пойдемте поговорим с Рандви о Винчестере. Посмотрим на карту. Да, я передумал. Йорвикшир, я хочу Винчестер. Хайсон получил письмо из Винчестера. От человека, зовущего себя бедным воином Христовым. Тайный союзник. Как интересно. У нас новые цели? Да. Что вы думаете? Это западня? Винчестер — западно-саксонская крепость. И тебе там будут не рады. Но, думаю, бояться нечего. И все же, будь осторожен. Как-то странно, что Йорвик, что Винчестер, они... Типа крепости им. Я отправлюсь в Винчестер. В письме сказано, что в доме Бога меня будет ждать человек в белом. Мне нужно сказать ему: придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Думаю, это из их священной книги. Интересно. Удачи. Что Йорвик, что Винчестер, они как-то сначала крепости, а потом уже территории. Ну да ладно, пофигу вообще. Какая нафиг разница? В общем, даже настал другой день. О, прикольно. Компьютер перезагружался, да. Но игра продолжает вылетать. Да здравствуй, Ubisoft. Да здравствуй, Ubisoft. Шикарно просто. Новым патчем они сломали нахрен игру. Она стала вылетать. Просто. Просто так. Непонятно из-за чего. Охренеть. Бегаем вокруг стрелы. Ну, это загрузка на быстрое перемещение уже. Я не стал там что-то продолжить. Но мы перемещаемся в Винчестер. Здесь правит король Альфред. А на улицах полно навоза. Не-не. Мужчина в белом должен быть в доме их бога. Ну, здесь, наверное, да? Так, а куда? А прыгаем мы куда? Да, сюда, правильно. Что-то как-то не видно темновато. Ну, здесь, наверное, да? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас есть еще церкви, как я знаю, вот здесь. А, ну вон, у нас же помечено, да. Блин, знал бы, сделал бы ту точку синхронизации. А, и тут столько много всего, что я не пойму, куда мне сюда. Так, у нас что, по стрелам? Ой, у нас хороший запасик, неплохо. Ну, идемте. Давайте, наверное, точку синхронизации сначала заберем. Потом, наверное, заберем. Должно быть дома хрупкого бога. Они не поскупились. Хоть наш первыми всегда забирает. Так, когда начинает подлагивать. Элферт не в раю. Он горит в аду вместе с другими еретиками. Тише, это услышат. Ага. Услышали, да. Блин, потерял мысль. А, когда подтормаживать, начинает подлагивать, точнее. Мне кажется, что она сейчас опять вылетит. Прям напри... Ой, там опальчик лежит. Хорошо, что залезли. Ну, допустим. Будем надеяться, что она не будет вылетать. Как в прошлый раз я записывал, блин, что она аж три раза вылетала. Это как-то глупо, мне кажется, взять, сломать игру просто. Просто сломать игру новым патчем. Вы молодцы, Ubisoft. У меня даже киберпанк не вылетает. А вы, блин, про Вальгалу какую-то мне говорите.
Дурак. Ну и ладно. Так, мне нужен ключ. Так, сейчас подождите. Я хочу забрать снаряжение. Это раз. Тут ключи у нас. Это два. Ну, пойдемте попробуем забрать ключи здесь. Так, нет, вот этот выстрел. Да-да-да, правильно, правильно. Этот выстрел. Да ладно вам, что вы... Ой, еще пальчик хорош. А что? А, нет, не пальчик, смотрите-ка. Это ключ. Ключ от сундука. Ой, сколько денег-то. Было бы тут по сотне лежало бы, тогда другое дело. А только на кого по 1-2, что за бред? Сломаю на всякий случай, пускай будет открыто. Еще ключик. А, не факт, что он мне вообще нахрен сдался пока что. Ну ладно, пойдемте. Это не тот ключ, мне кажется, скорее всего. Здесь наверху ключи. Ой, и внизу. Ага, я могу залезть, да? Хорошо, давай. Блин, хотел по-быстрому все это сделать, а получается как обычно. Так, ну допустим. Чего? А, он там, все, понял. Че, позаныкали куда-то все, непонятно. Так. Сорян, я сломаю. Так надо. А, Эйвор, выпрыгни в окно, пожалуйста. Молодец. Ключ. Вижу. Не туда спрыгнул, не на ту сторону. Так, это здесь. Это здесь. Но я сюда не попаду, да? Я пал. Я заглупил. Тогда лезем наверх опять. Блин, тут бикин херни страдаем какой-то. Какие-то ключи, блядь, собираем. Нахер они нам сдались бы. Ну надо, 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 надо. Надо это сделать. Так, залезли. Вход. Вход, вход, вход. Было бы все неплохо, если... А, вот он, вход. Я его, в принципе, сразу тогда приметил. Но думал, может, со всех сторон. Так, ну, допустим. Ох, ёб твою мать. Ладно, живой. Так, еще. Что? Не понял. А, ну, допустим. Но Господь призвал его к себе. Ага. И Элферт повиновался, оставив пленное тело и свою сестру. И хорош, красавчик, Эйвор. Чтобы помнить о нем вечно. Так, на этаж ниже. Как-то между. В смысле, как туда попасть? А, ну логично. А теперь у меня вопрос, на кой ху и нахуя? Нахуя? Вот как сюда попасть, блять, ребята, вы серьезно? Вот как сюда попасть?
Так, три ключа, понял. Я нашел только один или два. Да, давайте найдем. Так, допустим, значит, там такая... А нет, а тут не такая же херня. Нет, не разобью. Нет, не сломаю. Ха! Ой, не то нажал. Совсем не то, вообще не то. Так, а в смысле? Так, то есть вот где-то я тут захожу. Ну, что-то вы совсем, ребятки, прихерели, если честно. Допустим, вот я зашел. Вот я зашел. И... А! Еще одна херня. Ага. А, ну я могу перелезть. А что так темно стало? И что за, за снег? Ну, факел, да. Ни хера не вижу. Все, это как закончилось. Так, что это? Жизнь Господа началась с воды, продолжилась в свете и закончилась в земле. Дан, в Доме Божьем. Надеюсь, ты здесь в поисках искупления? Твой Бог подождет. Я пришел встретиться с тобой. Вот как значит? Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Ты знаешь, почему я говорю это. Верно. Но я не уверен, что ты в силах выполнить нужную задачу. Как Иисус сказал Фоме, я есть путь и истина и жизнь. Перечисли по порядку дела Христа. Лишь тогда ты приблизишься к Богу. Нормально. Стоит ли отвергать мольбы немытого язычника, что хочет познать Бога? Прими меня как есть, и я стану служить ему. Как же тяжела ноша учения для столь недостойных. Но я вижу, что одним словом Божьим не спасти твою душу. Идем. Удачно качнули. А чё так темно? С кем я встречусь, священник? Мне надоела тишина. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. Но лишь в речах человек познает человека, а в безмолвии только глупеет. Тихо. Болтовня оскорбляет его. Дошли. Пусть Христос, от которого в страхе бежала нечисть, наделит меня своей силой. Помог ли тебе урок Божий? Ты кто? Так. Я узнал, что ваш Бог боится смерти, как и наши, как и все люди. Но Бог помогает нам достичь вечной жизни у Его престола. Это от тебя ускользнуло? Все священники Винчестера говорят загадками. Он не священник. И я забыл, как звать. Ты рискуешь жизнью, король Альфред. Да, Альфред. Точно, я же хотел сказать Альфред. Я пригласил тебя, чтобы поговорить на равных. Или даны не чтут закона гостеприимства в Уэссексе. Ты отдал моего ярла той твари из Ордена Древних, воительнице Фулке. Фулки была врагом Уэссекса. Но, похоже, кто-то уже избавил от нее мои земли. Ну, я. Если не знаешь, это сделал я. Похвально. Уверен, ее смерть — большой удар для Ордена Древних. Что тебе известно об Ордене? Лишь это, не более. В этом письме некий бедный воин Христов говорит о грядущем покушении на мою жизнь.
Петля, перо и сакс. Трое, что жаждут твоей смерти. Уже двое. Епископ Эалферт мертв. Я уверен, что сакс именно он. Кроткий слуга вашего бога. Как неловко. Но его смерть сплотила христиан Винчестера. Надеюсь, гибель его соучастников приведет к тому же. Так, у нас минус одна цель получается, да? Ты не раз видел воинов, подобных мне. И не раз ты проигрывал или тебя обманывали. Почему ты веришь мне? У меня есть люди в Люндоне и Йорвике. Угу. Я неплохо осведомлен о ходе этой войны. Недавно в этих городах при странных обстоятельствах погибли несколько влиятельных мужчин и женщин. Когда я получил письмо от бедного воина Христова, стало ясно, почему. Я не знаю, чего именно ты добиваешься. И прошу тебя лишь закончить свой труд, избавив мои земли от этих нечестивцев. Проще дать ордену убить тебя. Так мы быстрее захватим Англию. Смерть правителя не избавит земли от заразы. Обещай мне награду, достойную песен. Вес короля, серебро. Да он ж дохлик. Хорошо. Столько, сколько унесешь. О, чувак, я унесу много. Утром мой риф Гудвин не пришел на свой пост. Он надежен? Гудвин шел по зацепкам, найденным в этом письме, и бесследно исчез. Где его видели? В его доме у западных ворот. Начни поиски там. Хорошо. Эйвор, веди себя как подобает гостю. Мой город не поле боя. Пока нет, король. Но ненадолго. Так. А что тут у меня? А, я что-то подбирал, что ли? А, или я что-то прокачал? А, я же прокачал что-то. Так. Орден. Да, вот как раз трое, и мы узнаем, кто там следующий. Ага, ага. Так, ну окей. Нет, минус цель у нас нету. То есть, соответственно, идем дальше. Добраться до дома Гудвина. Доберемся. Так, где выход? Только здесь, да? Окей. Нам, ну, в принципе, доберемся до ключа. Возможно. Попробуем. О чем? А, ну. Нужно найти его Гудвина. Угу. Простите. От склада в школе Винчестера. Хорошо, так, это прочитали на всякий случай. А это что? А, ключ от двери найдите. А где еще ключ? Так, было же два ключа. Не смей мне. Так, это здесь. Ага. Да забери ты уже. Значит, я что, все ключи? Блять, ты закрыл, так темно стало, я же испугался. А, вон он ключ, вижу. Ну, это всяко не тот ключ. Но нам вот сюда надо было, да? Сколько дней ты не покидал церкви? Сам Господь уже вонь чует. Долгие часы я не сводил глаз с Писания. Господь подаст мне знак. Мне лишь бы увидеть его свет. Знак? Боже Всевышний, дай ему знак. Укажи ему путь. Да подальше от меня. О, да. Благочестивые слова, насладись Господом, и он даст тебе по прошениям сердца твоего. В чем мое предназначение? Да заткнись, Боже, на хвалу мою не промолчи, ибо уста грешника и уста... Да... Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Заткнись, сказал. Уста
Блять, ты меня за... Может, эти лучи что-то значат? Так, ты пиздишь? Чего ты ждешь? Чтобы Господь ответил мне. Указал мне истинный путь. Божий свет укажет ему путь? Может, если как-то подсветить стол, этот болван прекратит лепетать? Его свет ведет меня. Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ничего не понял. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Я не понял, в смысле? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует... Блять. Ну ты сиганул, конечно. Я не понимаю, Всевышний. Прошу, скажи, в чем мое предназначение? Ну, допустим. Пошли да. Мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Ни хрена не понял, что ему надо. Я не понимаю, Всевышний. Так, ну это не ломается. Пошли, Господи. Еще один луч. Это твой знак. Но здесь пусто. Зачем ты так терзаешь мою душу, Господи? Вообще ни хера не понял, что ему надо. А, это грёбаный квест. Я все понял. Мне нужно сбросить оковы братства. Я буду прославлять Господа нашего другим способом. Я составлю исчерпывающее описание деяний короля Альфреда, которое его обессмертит. О, благодарю тебя, Господи. Скоро я восславлю короля Альфреда и его начинания. То есть он будет восхвалять Альфреда, этого напыщенного сакса? Надеюсь, рукопись провоняет, как сам. Так, нам вот сюда. Ой, блин. Я думаю, что за херня? Я думал, это к ордену, как, квест. А ни хера. Это... Чё, блядь? В смысле, нахуй? Кто? А, понял. Отвалите. А, так, да, сначала сюда тогда. Предупреждаю! Обдайте заказ! Гудвин пропал, и стража здесь что-то ищет. Где же его могут держать? Не знаю, где-нибудь. А, в смысле? Привет. Ключ. Забрали. Какие-то записи бросили в огонь. Гудвин заметал следы? Или это дело рук стражи? Ты слишком долго доставлял мне хлопоты, Гудвин. Прекрати совать нос в мои дела, или... Я воспользуюсь своим влиянием и запру тебя в крепости. Тогда даже твой ничтожный король не спасет тебя. Петля. Так, его ищет петля, окей. Дай идти твоего. Смотри, Сёнин. Миски с едой разбиты. Он сопротивлялся. Думаю, в городе должна быть крепость. Следы борьбы со стражей. Думаю, Гудвина держат в крепости Винчестера. Ага. Так, 44 метра внизу. А, вот здесь, да? Да твою мать, Эйвор, ну ты уже куда-нибудь наверни. Ха-ха-ха.
Так, ничего не пропустил, ничего. Блять, темно как. Заперли с той стороны. Ну это понятно, окей. А чё, куда мне тогда нырять, что ли? Давай нырять. Давай нырять. Так, сюда. А здесь же я не проплыву, да? Да, смотрите, конец. Проплыву в другую сторону. Да, отлично. Ага, прям туда, да, серьезно? Да, неплохо, кстати. Факел, пожалуйста. Пожалуйста, факел. Хорошо, хоть сломал. А чё? Эйвер, ты дурак. Всё, да, это здесь. Отлично. Как бы я ни на чё не намекаю. Так, ну он не пройдет там заперто. Загорожено, я бы даже сказал. Ага. Ну ладно, у нас есть кое-что. Нашли дурака, блядь. Думаете, я не открою? Да я открою все, что хочу. Это штаб ассасина. Охренеть. Вот это что я нашел? Охренеть. Контракт. Ну ладно, не будем читать. И кодекс еще. Ох ты. Я бы это взял. Точнее, я бы сделал эту татушку. Так, что это? Тоже. Не, не будем читать. Не сильно интересно. Просто последняя жизнь ассасинов в Англии. Так, там что-то еще осталось. А, так, значит, этот. Так, тихо, куда? Ой, сейчас. Блять. Как его? Гудвин ассасинам помогал. А, ну, окей. Погнали. Так, я спрыгнул. А, вот я спрыгнул. А почему я сверху ничего не увидел, что что-то от ассасинов? Значит, а вообще неприметное. То есть я нашел уже 3 страницы кодекса из 6. То есть я нашел 3 спрятанных. Так, а почему? Блять, ну зачем ты спрыгнул? Ну, серьезно. Так, ну там нам не интересно. Нам надо в другую сторону. Так, это нам вот сюда, да? Здесь полно стражников. Да и в рот их компот. Стражников полно. Постой-ка! Тихо. Тихо. Стоять, сука. Спокойствие. Привет. Готов. Шафран! Шафран! Ну, Шафран!
Отвалите, нахер. Ой, молодец. Ну давай, давай, кидай. Давай, я жду. Лови обратно. Хорош. Какой шафран у меня стреляет? Куда, блядь, двинулся, нахуй, сука? Хрен тебе. Шафран вас убил. Что за шафран? Почему не орут шафран? Шафран. Блядь. Шафран пришел не туда. Здорово. Да-да-да. Здрасте, здрасте. Валить деревья, обтесывать камни. И зачем? Узники могут что-то знать. Шафран стреля... Шафран косой. Да, блядь, шафран! Шафран, ты чё? Так, спасибочки, спасибочки, спасибочки. Да, господи, не то вот так вот. Сюнин. Да, Сюнин. Так. Я вам что, в пятнашки тут играть буду или что? Куда ты, дурачок? Ой, дурак. Ну ладно, в принципе, логично, да. Так, ну тут ты уже пройдешь, не выпендривайся. Так, а чё? А. Я думал, где сундук, я сюда шел. Специально. Шафран идет по атаку. Блять. Кто где? Осел, ты прям вовремя сейчас. Беги, 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 беги. Шафран всех перестреляет. Сюда поболтаем. Кому кто? Ты кому сказал это? Ладно, похрену. А ты что там? Мне нужно найти Рива. Селвина? Он меня повесит. Добрый, я голодаю. За кражу яблока. Мой мальчик был при смерти. Другого. Гудвина. Его, кажется, недавно схватили. Это же человек Альфреда. Вот так поворот. Видно, в Винчестере свободы не осталось. Угу. Так, это далеко. Это понятно где. Это тоже далеко. Значит, идем вот сюда. Так. Хоба. Лови. И вот это нахер. Все. Подмоги не будет, ребята. Тихо, аккуратно, аккуратно. Взять ключ. Так, там заперто. А, через окошечко стрельнуть. Хорошо.
стрельнуть через окошечко. Да, иди сюда, дружок. Штаны наставника. Мы собрали полностью наставника, по-моему, да? Если я ничего не путаю. Да-да-да-да-да, иди сюда. Идите сюда, черти. Тревога! Даны! Тревога! А я в него магеш? Отлично. Так, стрелы. Натягиваем стрелу. Точнее, тетиву. И стреляем прямо в голову. Отличный выстрел. Молодец, Эйвер. Я в тебя верил. Так, там есть стрелы, это надо взять. Так, здесь внизу ни хера нету, поэтому нахрен. А ты мне все отдашь. Ну, стрелы, стрелы. Спасибо, молодец. Мало стрел дают, если честно. Очень мало. Ну, пойдемте дальше. Блин, я думал побыстрее получится, но как обычно получается. Просто начали херню страдали. Крепкие стены и много стражи. Здесь наверняка ценный узник. Давай. Не штокай мне тут. Расштокался. Так, смотрим, что и где. Ага, здесь наверху. Да, стой ты. Что ты видишь? Что ты видишь? Нихера ты не видишь. Молодец, соображаешь. Так, это мы сюда. Это мы вниз. Эй, ты! Господь, дай мне сил! Ну, как, помог твой Господь тебе? Смертный приговор от Рива Селвина за мелкую кражу и хайни. Мужу и жене. Их скоро казнят. Хреново им. Чего, блядь, в смысле? Так, со второго этажа, получается, надо стрельнуть. Блять, ну туда-сюда. Ой. Нормально. Это Ubisoft. То есть спуститься. Еще вот, то есть вот отсюда. А тебя не смущает, что там что-то упало, чувак? Стоп. Каким образом? А, блядь, да вы серьезно? Вы издеваетесь. Так, с той стороны открыл. Он проще так через верх, наверное. Если там вообще что-то есть. Ну, хотя должно быть, да? Конечно же, есть. Придумали, блин. Черти. Записи об ордене древних. Их украли. Опа. У Гудвина. Так, взять книгу, взять книгу. Молодец. Ой, новая способность, серьезно? Ой, не туда. Угу. А, причем это дальняя. Так, ну-ка, давай. Угу. Ну, давайте на четверочку. Мы собачку не используем, а это, в принципе, неплохая штука. Так, а записи я стащил, не прочитал, да? А, зачем я выхожу? Мы же вот можем пройти.
И еще ниже. Так, это здесь. Дан в Винчестере? Интересное зрелище. Меня послал король Альфред, преклонив колено в мольбе. Я неплохо знаю Альфреда, и это чистая ложь. Он не стал бы умолять о помощи, что бы ни стряслось. Тут ты прав. Но он поручил мне разыскать тебя, Гудвин. Зачем? Скорее всего, чтобы мы могли найти еретиков из Ордена Древних и отправить их в глубины преисподней. Тогда с чего мы начнем? С моих записей. Если их еще не сожгли, искать стоит где-то. Да я уже нашел. Я забрал твои записи у капитана крепости. Восхитительно. Потомки назовут тебя щитом Винчестера. Насмешка судьбы. И очень злая. Идем, пока они не поняли, что рыбка сорвалась с крючка. Так. Тут мы вроде все собрали, да? Я ничего не вижу больше. Потом просто валим отсюда нахер. Ты прыгать умеешь или ты куда? Или ты... А, ты... Я за тобой бегу, да, а не ты за мной. Понятно, так. Че, молча побежим, да? Ну ладно. Так, вроде бы никого. Че там за пацан орёт? Вообще похеру. О, Иисус! Серьезно, ты чувак, ты чего? Можно, кстати, туда сходить будет потом. Что там за Седрик? Он задолбал уже. Спасибо тебе за помощь. Нас подслушивают. А, ну ладно. Схватить любимого Рива Альфреда — дерзкий ход. Так называемый орден на деле кучка наглых бездарей. Бездарей, которые проникли во все уголки ваших земель? Они опасны. Ты не представился, верно? Эйвор из клана Ворона. Бич Мерси, если имя тебе не знакомо. Ну, Эйвор, когда от троих еретиков останется лишь пепел, поднимем чаши, как старые друзья, единые в ненависти к Мерсии. От двоих Альфред уверен, что один мертв. Ваш епископ Эалферд был саксом. Дьявол. По этому распутному козлу скорбит полгорода. Кто может быть пером? Его оружие слово? Говорят, по Винчестеру развешаны некие воззвания. Может, они прольют на это свет? Ага. Петля, что ты о нем знаешь? Уверен, это один из Ривов. Лишь мы можем судить и назначать кару. И он явно убежден в своей праведности. Ты знаешь, кто такой Селвин? Он велел схватить и уже казнил множество людей за мелкие кражи. Ну, конечно. Он прибрал к рукам закон в Винчестере и казнит грешников на площади за малейшие проступки. Может, это не он? Нет, я уверен. Больше просто некому. Покончи с ним, Эйвор. Да не вопрос. Как нехер делать? Так, подсказки. А, ой, навыки. А, ну да, уровень же сейчас получим. Точнее, уже получили, а пока нам об этом не сказали. Так, путь ворона не хочу. Ладно, пускай будет. Это что у нас? А, контрперекат я такой не скачал. Ладно. Ай, ой, не все. А, ага, качнем топор. Хотя она была лук. Ну да, ладно. Броню тогда. Да, опять не то. Не то. Задание. Орден. Это Селвин. То есть он не мертв на самом деле, да? Угу. Так, а что у нас? Так. Это не сильно далеко. Ну, пойдемте хотя бы
Одна серия на одного засранца. Одна серия на одного засранца. Да задолбал орать, ну серьезно, бесит уже. Но мы сейчас, получается, должны его, в принципе, убить. Просто не надо было херню страдать в начале серии. Вот сейчас бы просто стрельнул, и все. И все. Люди Винчестера, раскройте глаза и увидите, как идеалы Альфреда гибнут в грязи человеческих пороков. Эти узники не чтят законы короля, считают себя выше их. Эти грешники способны лишь потакать своим слабостям. Хьюберт позволил Элю затуманить ему разум и оклеветал епископа Элферта, слугу Божьего, который недавно упокоился с миром. Пиздишь. Элферт был грешником. Пусть горит в аду. Хьюберт, твоя жена сварливая ведьма. И могу спорить, каждый тут отведал ее прогорклого меда. Когда это прекратится, Селвин? Ты осудишь и казнишь весь Винчестер? Еще один нарвался. Бля, чувак, ты же здоровый, въеби им. Приговор вынесен, Хьюберт. Да пощадит Господь твою черную. Сейчас устроим. Да, блядь, дайте мне стрельнуть. Ну, нет. Это ж мудила. Дайте я стрельну. Вы что, издеваетесь? Я бы мог его спасти, если бы не кат-сцена. Стоять, сука. Хотя бы одну я спасу. Пошли вон. Лови, блядь. Че, еще хочешь? Сейчас получишь. Так, вот. Ты, сучка. Прицельные прям. Хорошо. Растоптать. Давай. О, это отлично. Ты что, еще не сдох, мудила? А, можно освободить? Да-да, чем ты ее подобрал? Освободите ее. Ну ладно, пойдемте добьем его уже. Мудилу этого. Да какую ловушку нахрен? Альфред, это не остановит. Да какой, да блин, добей его, да ты серьезно. Почему мне не дали спасти мужика, ну серьезно. Дали бы послушать просто, как в первом Ассасине, и я бы просто выстрелил в момент, когда он пытался бы его зарубить, отрубить ему бошку. Жалкий преступник. Кто посмеет казнить палача Альфреда? Ты вершил правосудие не во имя Альфреда. Ты палач в Ордене Древних. Твой взор все еще затуманен. Ты не видишь истины. Да я все вижу. Законы Альфреда — мечта рабов. Он допускает к своему столу попрошаек. И слабые пожирают сильных. Кто вправе решать судьбу отребья, если не сильные и достойные? Защищать свой народ надлежит рукой в железной перчатке. Ты караешь простой народ, а не тех, кто это заслужил. Орден приговорил к мучениям каждого, ибо все мы
лишь бледная тень желанного совершенства. Совершенство древних. Ты сам лишь человек, Рип. Ветвь усыхающего древа. Нужно спросить у Гудвина, что он узнал о Пере. Ага. А мы пока заканчиваем на сегодня серию. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.